Ну, всем welcome, это снова я. Начался сезон сакуры. И мы решили заехать в парк Саяма. Это традиционно для всех японцев, то есть ханами. Каждую весну люди собираются, чтобы полюбоваться сакурой. Ну и мы не исключение. Решили тоже посмотреть другое место, новый парк. Как здесь все это устроено, как сделано. Сейчас вот проедем, посмотрим. Пройдем точнее. Вот так парк выглядит. Входа. Данный парк находится в Сагамионо. Недалеко от Токио. Буквально минут 30 на поезде. То есть очень близко. Интересно сделанные фонтаны в виде дерева. Скорее всего, это бетон, но все же красиво оформлено. Народу, кстати, здесь не очень много. Бывает в парках, что прям вот прям у входа здесь сидят толпы. Здесь, в принципе, нормально с этим делом. Сейчас пройдемся, погуляемся по парку. Я думаю, наверное, начнем по часовой стрелке, пойдем в ту сторону. Здесь небольшая композиция цветов. Мы видим, здесь представлены разные цветы, даже тюльпаны до сих пор цветут. Интересно. Посмотрим, что пишет в информации. Так, здесь написано в основном, что сейчас цветет. Вот написано, что типа подснежников, наподобие подснежников, значит, цветы такие должны быть. И вот примерно, что вы можете встретить в лесу. Даже есть змеи. Вот, как видно, змеи, ящерицы. Но это кто? Аудай Шоу. Нами Хэби. И даже есть подводные лягушки. Знаешь, здесь где-то пруд есть. Также вот здесь шишки собирают люди. Жарят что-то там. Это, наверное, этот. А, да, орехи они жарят. Ну и здесь, конечно, есть вот всякие вот памфлеты. Вот цветы, 3-4 месяц. Если у вас есть желание посмотреть, что здесь цветет, вот, пожалуйста. Такое у них здание администрации этого парка. Информационный центр. Здесь можно все посмотреть. Ну что ж, пойдем дальше. Ну что ж, мы продолжаем. Вот, пожалуйста, здесь такая небольшая план-схема, нарисованная в стиле аниме этого парка. Так, мы направляемся в сторону, соответственно, вот деревьев. Вот сюда вот. И по кругу пройдем. Там наверху находится озеро. И стена, то есть стена, как бы она вот отсюда видна, вот она сверху, там по ней люди ходят, соответственно, там находится озеро. Оттуда тоже замечательный вид, мы обязательно поднимемся, поснимаем сверху. Ну а пока, пойдем дальше. Так, это фотографии, как этот парк выглядел в 36-37 году. Вот, пожалуйста, был пустырь. Не было ничего. Поле. Какие-то там строения, что-то там посадили. Пожалуйста. Ничего не было. Также здесь продают еду. В принципе, недорого. 250 йен за
сосиска на палочке или вон, такояки 350 йен. Очень даже дешево. 350 йен за такояки. Вообще прям. Или вот там якисоба даже есть 400 йен. Ну, потом можно прикусить. Уже после посмотрим. Также здесь вот есть клубничный сироп. Или это мороженое. Что-то в этом духе. Честно сказать, я не знаю. А, это блины, это типа панкрепу. Блины, и в них внутри там сливки с клубникой или еще с чем-то. Да, на велосипедах здесь много народу. Люди приезжают отдохнуть. С семьями. Вот на этих мама-чари, кто велосипеды, пожалуйста. Там, с детьми. Конечно, сейчас самое то время отдыхать с детьми где-нибудь в парке. Очень даже удобно, когда парк находится недалеко от дома, и ты можешь доехать сюда на велосипеде. Сегодня хорошая погода. В целом где-то градусов 20-22. Не жарко, не холодно, ветра сильного нету. Листья не так сильно облетают, чем лепестки. Значит, сакура. Там тоже сакура много очень. Удобная детская площадка для детей и родителей. Родители могут посидеть, отдохнуть на лавочках, понаблюдать, а дети пока в это время играют. Также в Японии традиционно на ханами люди приходят как на пикник. То есть стелят, значит, клеенки вот такие вот синие, или там у кого что есть, покрывало, расстилают, отдыхают на этом, сидя, ну, распивая там кто что, кто соки, кто чай, кто там пиво, или саке. Также люди играют, делают барбекю. Вот, пожалуйста, люди уже отдыхают, устали. Там интересный домик такой, с большим деревом сакуры. Да, вот, если видно, вон там впереди стоит дом, и на нем, и около него, точнее, это большое дерево с сакуры. Также вот здесь есть лестница, подъем наверх. Ну что ж, мы пойдем в другую сторону. Тут, в принципе, уже ничего такого интересного нету. Посмотрим, как с той стороны деревня. На самом деле, вот любование сакурой, ну, это как бы лишь повод, чтобы собраться людям. На самом деле, скажем так, просто посмотреть на сакуру сюда мало кто приходит. Вон даже люди курят, хотя написано, что пожалуйста, не курите здесь. Люди играют в активные игры. Футбол, волейбол, бадминтон.